соберем. Настала осень, и Кира отправилась в свое новое путешествие. Да. Куда идет? Собирать природный материал. Какой такой природный? Природный материал — это шишки всякие, это дары леса, но кроме ягод. Ягоды — это не природный материал, если только волчьи ягоды. Они отличаются от человеческих, потому что если, я думаю, так, потому что иначе человек съест хотя бы одну волчью ягоду, он станет волчьим. Ходит осень по дорожке, промочила в душе ножки. Идут дожди, нет просвета, затерялось где-то лето. Ходит осень, бродит осень, ветер с кленов листья сбросил. Под ногами коврик новый, желто-розово-кленовый. Вот такой? Ну да, вроде бы. Голубь, птица гордая, сейчас раз и улетит. Не спугни. Красивый какой, да? Угу. Дай нам перышко, голубь. Пожалуйста. Пожалуйста, нам бы перышко. Хватай его за хвост сзади. О, улетел. Улетел. Положите хлебушек. Гуль-гуль-гуль-гуль-гуль. Положи в кормушечку. Я только хлеб в бревании. Да, в кормушку положи. Мы тебе хлебушка подкинули. Пойдем. Ну, пойдем. В походе самое главное — сделать пикник. Вовремя. Да. Ребенок хочет пить? Пока что нет. Не хочет? Пока что не хочет. А что у нас на пикник? Не знаю. Хлебушек? Вау, моя любимая. Такая. Пикник — это еда на свежем воздухе. А теперь снова не сделаем, идем собирать дальше. А что нам надо собрать? Ну? Желуди, травку. Вертолетики. Да. Листья мы уже собрали. Идем собирать красные листья. А потом пойдем есть бабушкин плов, да? Но это уже в конце похода. Угу. Так. Заодно и доброе дело сделала, да? Да. Голодные. По чуть-чуть отламывай. Вот, смотри, синее перо, папа. Да, синее. Вон. Гулям 50 секунд. Кому? Я гулям отсыпала. Отсыпала? Прям бросила. Вы метко кидаете. Вот, малышка. Ты что, тебе гуля пришла. Пойдем, нам еще собирать и собирать. Итак, где кушать, если сейчас тебе на кухню? Куда идем? Мы идем на профит север, вылезем на них. Чего ты взяла? Потому что здесь мох. Где, на той стороне, где есть мох, там север. А где нет моха, там юг. А ну иди в шалаш. Фигвамчик, да? И тут еще куча дров. Можно и костер делать, да? Да. В следующий раз придем у нас. Вау! Где грибы? Вот они. Пальцами не трогай. Почему? Они же маленькие. И зачем они так? Растут. Нравится тебе место? Ага. Запомнила? Да.
следующий раз тебя на костер. Что ты нашла? Я нашла шарик. Вон он. Он уже мертвый. Ваш шарик. Пойдем искать желуди. Ну ладно. Как ты это называешь? Какие материалы? Природные. Что там, редкие? Да. Красные листья? Вот такой, смотри, мам! Ты красные собирай. Ладно. Желтые у нас уже есть. Красненькие? Да. Твои любимые? Да. Вот он. Красненький. Папа, пакет доставай. Да сейчас достану. Давай быстрее. Собирай, собирай побольше. Достань пакет, папа. Сзади тебя еще. Их тут валом. А вон еще есть, глянь, какое маленькое красненькое дерево. У него тоже, может быть, опавшие листья. Да. Желто-красненькое. Попила? Да. Напилась? Да. А расскажи-ка нам, Кира, много ли вы собрали материалов? Да. А чего не нашли? Желудей не нашли, шишек не нашли. Что делать? Вечером пойдем. Искать? С фонариком? Да.